Вещи, которые приносят владельцу неудачу. Частые беды приходят в дом человека в результате его собственных действий. Многие люди, сами того не понимая, хранят в собственном жилище вещи, которые притягивают неудачи. Потрепанный веник. Нельзя хранить в своем доме поломанные швабры, растрепанные веники или грязные порванные тряпки. Эти вещи притягивают негативную энергию в дом, приводя к материальным потерям. Никогда не жалейте денег в этом деле. Предметы для уборки всегда должны быть в хорошем состоянии, поэтому если они стали непригодны, то их немедленно стоит выкинуть и купить новые. Картины с плохими изображениями. Если в вашем доме висят картины или фото, на котором изображены плохие погодные условия, катастрофы или человеческое горе, то следует избавиться от них как можно скорее. Они связаны с бедами и потерями и, естественно, имеют плохую энергетику. Следовательно, такие картины могут плохо влиять на вашу жизнь в целом и особенно на материальную ее сторону. Кроме того, проследите за тем, чтобы хорошие изображения не были помещены в золотую рамку, так как она тоже может принести неудачи в жизни владельца. Старые вещи. Многие люди не могут избавиться от старых вещей, в надежде на то, что когда-то они еще пригодятся. Человек годами собирает весь этот мусор. На самом деле испорченные вещи опасно хранить в доме, так как они приносят неудачи и убытки. К таким вещам можно отнести разбитые стекла, зеркала. Специалисты уверяют, что разбитое зеркало никогда не принесет ничего хорошего и указывает на то, что дом плохо защищен. Такая вещь может привлечь и в квартиру неудачи, и превратить положительную энергетику в отрицательную. Посуда. Посуда в доме обязательно должна быть опрятной. Любые трещины или отколы привлекают отрицательную энергетику в жизнь. Поломанная техника. После того, как техника перестает работать, она становится неким порталом отрицательной энергии, которую она накопила за годы своей работы. Поношенная старая одежда и обувь. Старые вещи притягивают в жизнь неприятности и плохие мысли. Если в доме есть такое богатство, стоит избавиться от него. Старые вещи занимают много места. Они не позволяют поделиться по положительной энергетике в доме. Замедляют развитие хозяина, способствуют частым ссорам. В доме успешного человека никогда нет лишних вещей, мешающихся большим достижениям. Все поломанные, испорченные вещи необходимо убрать из своей квартиры или дома.